Солигорская ветеринарная служба выполняет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных болезней животных. Немаловажным в работе ветврачей является профилактика и охрана территории от заноса возбудителей заразных болезней животных из других государств. Меры по профилактике такого опасного заболевания животных, как африканская чума, важная составляющая в работе всех специалистов ветеринарной службы. Еще несколько лет назад аббревиатуру АЧС в Беларуси знали только ветеринарные врачи. Сегодня ее может расшифровать каждый. Заболевание не лечится, и вакцины для профилактики не существует. Единственно верное лекарство – уничтожение всего поголовья, если хотя бы одно животное в стаде заболеет. Вспышки африканской чумы свиней не раз регистрировались во многих странах мира. Для человека этот вирус не опасен, а вот для животных летальность, как правило, составляет 100%. Болезнь проявляется на 2-7 день после заражения и проявляется следующими клиническими признаками: повышение температуры до 42 градусов, покраснением, фиолетово-красные пятна образуются, отказ от корма, жажда. Необходимо соблюдать следующие требования. Подворье должно быть ограждено таким образом, чтобы не имело возможность проникновения бродячих, диких животных на территорию. Должны быть оборудованы санитарные пункты для обработки рук, обуви, одежды. Ежедекадно необходимо проводить уничтожение летающих насекомых, мухи, комары. Также обрабатывать, дезинфицировать постоянно помещение. И при входе в сарай или где содержатся животные, они должны содержаться только в помещении, на улицу ни в коем случае нельзя их выпускать. Только в помещении. При входе должен быть оборудован дезбарьер.